Бұл Астана. Таңғажайып қала. Серпінді ойын. Бұл Есілдің шабыты. Бұл Кукушкин, Бублик, Корда. Бұл Вавринка, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино және Тим. Бұл Бәйтерек жарқыны. Бұл Билайн аренадағы тамаша ойындар. Бұл Астана Оупен. Бұл теннис. Минспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Үшінші 24-ші қыркүйек күндері Алматы қаласында алғаш рет Абай алаңында баскетболдан 3-3 Алматы Квест халықаралық турнирі өтеді. 16 кәсіби команда Чинду Мастерс әлемдік турның кезеңіне жолдама алу үшін күреседі. Жылдың ең керемет спорттық шарасына қатысу мүмкіндігін жіберіп алма. Доброго времени суток, уважаемые любители хоккея. 1xbet Жастар, хоккей Лига Сыт, 26 сентября, Ледовый дворец спорта, Горняк Арена, где местная молодежная команда Горняк принимает на своем льду гостей из города Павлодар, Мунайши. Погода в городе Рудном прекрасная, и сегодня у нас с вами ожидается очень интересная игра двух равных команд. Пока на старте этого сезона оба коллектива находятся на своих определенных строчках. Вы все прекрасно самостоятельно видите. У Горняка одно набранное очко. Случилось это в прошлом туре 21 сентября. Горняк на выезде гостил у команды Тимиртау. И в овертайме, к сожалению, для болельщиков Горняка проиграл 2-1. Если мы с вами говорим о том, как для команд начался чемпионат, то, в принципе, плюс-минус у команд показатели на данную секунду, на данный момент примерно одинаковые. Горняк в середине сентября 4 матча провел на выезде. Ездил Горняк в гости к Алматы, далее переместился к Тимиртау. И это первые домашние матчи в этом сезоне, в этом чемпионате у подопечных
Андрея Александровича Шевченко, главного тренера команды «Горняк». Помогает ему тренер Артем Андреевич Каретников. И, собственно говоря, с этого выезда один балл «Горняк» привез. И уже если мы говорим о команде «Мунайши», то команда «Мунайши» наоборот. Первые четыре игры сыграла у себя дома. Принимала сначала «Мунайши» команду «Ястребы», город Уральск. Далее «ЖАЗ Батыр» Атырау. И вот первые матчи на выезде у команды «Мунайши». Не совсем, наверное, удачно для тренерского штаба команда «Мунайши» сыграла. А напомню, что тренер команды Владимир Сергеевич Оленченко и главный тренер команды «Мунайши» Дмитрий Евгеньевич Митенков. Следим за молодежным чемпионатом, смотрим интервью, которые дают тренеры различных команд. Так вот, главный тренер команды «Мунайши» после матчевой пресс-конференции говорил, что да, один из самых молодых коллективов у него на сегодняшний день. И да, есть травмированные игроки, есть своего рода проблемы по составу в команде, однако никто не собирается уступать. Борьба будет продолжаться, что бы ни случилось, как бы ни разворачивались события. И в преддверии матча против команды «Горняк» также сказал, что два равных коллектива и будут пробовать свои силы в городе Горняков. В любом случае, по первым секундам первого периода «Горняк» уже побывал в зоне команды «Мунайши». Хорошая передача к синей линии. Ищет адресата сейчас игрок. Но здесь Артем Буб, известный в городе Рудном игрок, потому как в молодежке он играет и заявлен за основной состав команды «Горняк». Вот сейчас Артем атаку свою завершил. Но на месте находится голкипер, который сегодня защищает ворота «Мунайши». Это Богдан Гиганов. В створе ворот у команды «Горняк» сегодня Илья Легай. Илья также заявлен за основную команду и проводит уже матчи на взрослом уровне. Именно эти матчи, я уверен, придают Илье уверенность. И сегодня тренерский штаб доверяет именно ему. Створ ворот, на ваших экранах 13 номер. Это нападающий защитник Адильхан Сертаев. Я думаю, что сегодня команда «Горняк» должна побеждать. И должны они сделать подарок имениннику, который сегодня также заявлен. И я надеюсь, что мы его увидим даже с заброшенной шайбой. Это Олег Малхасян. У него сегодня день рождения. И, собственно говоря, от клуба, от режиссерской бригады, от комментаторов поздравляем с днем рождения. Желаем удачи. И все-таки хоккей — это очень серьезный вид спорта. Чтобы все проходило без травм, ну и заброшенных шайб побольше. Я думаю, что любому игроку это вселяет уверенности. Самостоятельно сейчас Семенов с шайбой продолжает кружить. Не решился Семенов на бросок. Выполнил передачу. Обкрадывают сейчас Крицына. Шайба зону покидает. Не совсем удачно шайбой взаимодействовали игроки команды «Горняк» у синей линии. Снова вперед Семенов летит. Хорошая была передача. Передача была на Крицына. «Мунайши» 3 в 2 сейчас. Контратака. Могло бы получиться, однако не совсем удачно парни разобрались в нападении. И здорово сыграла команда «Горняк» в защите. На ваших экранах 12 номер. Максим Брагин, нападающий. Капитан команды «Мунайши» Богдан Анцельм. Капитан команды «Горняк» Данил Волобуев. Выигрывает «Мунайши» вбрасывание на пятаке. Могло бы сейчас опасно, однако не совсем среагировал Абенов. Отобрали у него защитники шайбу. Тем не менее, продолжает Абенов с шайбой кружить у синей линии. Ой, у борта сейчас, да. «Горняк» устремляется вперед. Артем Буб должен быть первым на шайбе, однако свисток арбитром. Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций.
Артем Буб был на ваших экранах. Молодой нападающий, 19 лет Артему. Тагамбаев выигрывает вбрасывание у синей линии и наброс на ворота. Однако абсолютно несложный бросок для Ильи Легая. Остановка игры дает Илья возможность своим партнерам выполнить смену и уже с новыми силами двинуться вперед, двинуться в бой. Смотрим еще раз. Выиграно вбрасывание Горняком. И Горняк сейчас организовывает свою атаку. Не совсем удачно действует Аслан Руслан при выходе из зоны. Высокий прессинг в исполнении команды Мунайши. Горняк прессингует по всему льду, по всей площадке. Здорово сейчас в прессинге Мунайши работает. Не дают они организовывать атаку Горняку. Встречают в средней зоне очень плотно. И пока опасных моментов у ворот одной и другой команды мы с вами не наблюдаем. Два очень важных матча для одной и для другой команды будут проходить сегодня, а также завтра в 13:00. Важны они потому, что если не совсем удачно оба коллектива на старте действуют, в любом случае есть еще время, есть возможности играть и выигрывать. Хочется набирать очки, тем более, что первые домашние матчи у Горняка и болельщики, которые приходят и смотрят по социальным сетям, в интернете. Опасный момент. Ну и атаковал сейчас здорово, зряче Максим Брагин. На месте Легай находится. Ну вот череда неточных передач приводит к тому, что Мунайши выполняет хорошее действие. Смотрим еще раз. Семенов на ваших экранах. Ну и я думаю, что мы обязательно не совсем удачные действия Максима Семенова приводит к тому, что снова будет вбрасывание. Горняк вбрасывание выигрывает. Устремляется вперед сейчас Крицын. Самостоятельно Крицын себе создал ситуацию и самостоятельно атаковал. На ваших экранах Лев Крицын. 16 лет этому нападающему. И голкипера показывают команды Мунайши Богдан Тиганов. А Гиганов, да, все верно. Есть хорошие моменты у той и у другой команды. 2 в 2 атака разворачивается. Здорово в защите сейчас Горняк отрабатывает. Устремляется вперед сейчас Малхасян, именинник сегодня. И моментище был. Мог сейчас добавить Станислав Семенов. Была у него такая возможность. Однако не совсем быстро распорядился он этой ситуацией. И шайбу в ловушку забирает Богдан Гиганов. Смотрим еще раз. Хорошо, Богдан отработал в створе, опередил Семенова. И за счет этого первого действия, собственно говоря, прервал эту атаку. Стенников выигрывает вбрасывание. Горняк откатывается назад в свою зону. Опасная сейчас была передача в исполнении Рязанова. Наверное, не стоит вот сейчас в начале матча вот именно так рисковать, потому как была возможность перехвата. И там бы уже, возможно, не спасли свои ворота игроки команды Горняк. Однако ситуация развернулась в лучшую для Горняка сторону. Горняк сейчас в зоне Мунайши находится. Борьба у борта. В противостояниях между этими командами, если мы опираемся на сайт jaslegacy.kz, так вот, там говорится о том, что 20 матчей, общее количество игр между этими командами. 10 побед у Горняка, 10 у Мунайши. Это, к слову, подтверждает тот факт, что два равных коллектива любят играть друг с другом эти команды. Смотрим еще раз. Артем Буб. Хорошая передача была на Альберта Буб. Однако Альберт не успевает к этой передаче. Но вот сейчас оставили шайбу. Череда мелких
событий, мелких нарушений в защите угарника приводит к тому, что Мунайши сейчас находятся в атаке. 81 номер атаковал Богдан Тагамбаев. В падении буквально-таки. Ну, расстояние довольно далеко от ворот. Легай все прекрасно видит, контролирует ситуацию. И времени у нас почти 8 минут первого периода сыграно. Любите хоккей или другие виды спорта? Тогда переходите на сайт главного спонсора трансляции, компании 1xbet. Поддерживайте своих фаворитов вместе с нами. Если мы с вами окунемся немного в историю и поговорим о самом клубе, хоккейном клубе Мунайши. Мунайши был основан в 2017 году. Дебютный сезон клуб выступал в Национальной молодежной лиге группе «Б». А в 2018 году было принято решение о создании молодежной лиги Казахстана «Жастар». Именно там команда продолжила свое выступление. Далее годы шли. В 2019 году состав команды обновился, стал более конкурентоспособным. У нас с вами реклама. Возвращаемся. Ледовый дворец спорта «Горняк-Арена». «Горняк» принимает на своем льду павлодарскую команду «Мунайши». Счет пока по ходу первого периода у нас с вами не открыт. Очередное вбрасывание. Выигрывает команда «Мунайши» этот компонент. Из-за своих ворот «Горняк» сейчас начинает атаку. Все игроки команды «Мунайши» сейчас в своей зоне. Вперед летит Крицын. У Крицына шайбу отбирают. В средней зоне шайба закружила. Аслан Руслан сейчас ищет партнера, он его находит. Очередная передача. Крицын с шайбой. Не решаются игроки команды «Горняк» сейчас свою зону покидать. Рязанов там, передача по борту. И вот своими активными действиями в нападении Мунайши сейчас блокировала «Горняк» в своей зоне. Однако вперед Станислав Семенов сейчас выходит. Крицын борт не закрывает у синей линии. Партнеры не подстраховали. И уже Мунайши сейчас 2 в 1, 3 в 2. Ой-ой-ой, заброшенная шайба. Шайбу забрасывает у нас с вами 16 номер. Если я правильно разобрался в ситуации. Давайте посмотрим еще раз, кто герой этого эпизода. Совершенно верно, 16 номер. Защитник Арсений Гуринович. Таким образом Мунайши открывает счет в этом матче. Смотрим повтор. Зрячий, конечно. Ну вот мне кажется, что помешал все-таки Илье Легаю. Не совсем видел он момент броска там. Аслан Руслан присаживался, чтобы обзор был голкиперу более виден. Однако не успел это сделать. И момент броска Илья Легай, возможно, что и не видел. Потому, ну и нужно отдать должное Арсений Гуринович, попал четко в угол, как говорится, сбил паутинку. Таким образом Мунайши открывает счет 1-0. Гости на данную минуту, на данную секунду выходят вперед. В любом случае играть еще очень и очень много. Продолжу свою мысль о команде Мунайши. Так, из достижений клуба: обладатель бронзовых медалей молодежной лиги Казахстана «Жастар» в сезоне 2019-2020 года, финалист зимнего турнира «Жастар» 2019-2020 года, ну и бронзовый призер весеннего турнира «Жастар» сезона 2019-2020 года. Довольно молодой и перспективный коллектив. По борту отправляет Сертаев сейчас шайбу партнеру, однако
был перехват. Игрок Муныши сейчас с шайбой. Очень опасно сейчас. Закрывает в зоне Муныши хозяев. Очень уверенно владеет шайбой. Только сейчас удается вывести свою шайбу из зоны силами Лопухова. Лопухов падает. Что скажет главный судья? Главный судья сегодня Александр Ильич Агапов, 89 номер. Помогают ему линии судьи Никита Мусханов, Илья Ланшаков. Ну вот, собственно говоря, Илья Ланшаков был на ваших экранах, 90 номер. Никита Мусханов, 24 номер. Лидеры по сезону показывают нам от команды Муныши. Вбрасывание будет у ворот Богдана Гиганова. Генеральный спонсор трансляции – компания 1xbet. Очень опасно сейчас. Не видел шайбу Богдан Гиганов. Были готовы игроки команды «Горняк» в лице Крицына сейчас атаковать. Но вовремя Богдан среагировал и, собственно говоря, с угрозу от своих ворот отвел. Останавливает он игру. Очередное вбрасывание. На точке вбрасывания мы видим Семенов против Тагамбаева. Семенов более успешен в этом компоненте. Много борьбы у борта. В зоне «Горняка» и в зоне «Муныши». Семенов снова с шайбой. Наверное, нужно будет уже здесь, конечно, отдавать передачу. Очень долго Семенов с шайбой находится. Крицын не закрывает сейчас борт. Помогает ему в этом Малхасян. Шайба в зоне остается. Мимо ворот сейчас Рязанов заряжал. По борту в среднюю зону и в зону «Горняка» отправляет Муныши шайбу. Есть возможность для того, чтобы перевести дух, потому как хороший отрезок у «Горняка» сейчас был. Крицын в высоком прессинге. Стенников также ему в этом помогает от команды «Горняк». Атака Муныши. Рихард по воротам. Шайба защитники команды «Горняк» застревает. До ворот шайба не доходит. Но попытка, как говорится, засчитана. Максим Рихард атаковал ворота. Перехват на синей линии. Перехват организовывает сейчас Анцельм, капитан команды «Муныши». Неспешно «Горняк» из своей зоны очередной раз выходит. Перехват снова «Муныши» врывается в зону. Теряет шайбу сейчас нападающий Гусейнов. «Горняк» силами Лопухова вперед устремляется. К сожалению, никого из партнеров Лопухова в зоне «Муныши» мы не увидели. Вот сейчас здорово на синюю линию отрабатывает Стенников. Стенников. Передача. Артем Буб бросает по воротам. Однако Богдан Гиганов на месте. Перекрыл он ближний угол. Все прекрасно видел. Ну и, собственно говоря, момент был, конечно, опасный, но не критично. Смотрите, очень плотно в воротах перекрывает угол Богдан и практически не оставляет возможности. У нас с вами реклама. Один xbet, Жастар, хоккей, Лига Сым. У нас с вами была небольшая коммерческая пауза. На ваших экранах главный тренер команды Муныши Дмитрий Евгеньевич Митенков. Смотрим еще раз за моментом. Именно таким образом был открыт счет силами Арсений Гуринович. Да, была там качественная, хорошая передача от партнеров. И, тем не менее, очень-очень зряче. Хороший бросок. Ну, а здесь уже Андрей Александрович Шевченко, главный тренер команды «Горняк», сейчас, в свою очередь, вносит
необходимые коррективы для своей команды. Довольно равная игра, как и предполагалось в целом между этими коллективами. У нас с вами проходит в параллельных матчах. У нас с вами Борис принимает Темиртау, счет 0-0. В этом матче также сегодня ожидаем матчи Астана-Алматы, Жасбатыр-Кулагер, Актобе-Торпедо и Ястребы-Орлан. Очень богатый, насыщенный игровой день в жас-хоккее Лигасы. У нас с вами оба коллектива стараются огорчить соперника. И довольно много опасных моментов возникает у ворот Богдана Гиганова. Горняк атакует, стремится вперед. Один из опасных моментов, одна была возможность, которая возникла у игрока команды Мунайши. На точке вбрасывания у нас с вами Малхасян против Назарчука. Малхасян сильнее в этом эпизоде в данный момент. Перехватывает Мунайши шайбу в средней в зоне. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Поддерживая своих фаворитов вместе с нами. Здорово. Горняк сейчас в зоне Мунайши расположился. Хороший момент. И мимо ворот, к сожалению, Крицын был, если я не ошибаюсь. Руслан. Передача. Да, все верно. Крицын шайбой крутит. Снова Крицын. Очень активный игрок по первому периоду. Лев Крицын. Недаром нападающий. Находится Лев в первом звене. Один в один сейчас. Опаснейший момент. Но на месте защитник Аслан Руслан. Защитник второго звена. Еще один опасный момент. Легай творит чудеса сейчас. Ой-ой-ой-ой, как опасно у ворот команды Горняк. Браво, Илья Легай. И вот сейчас уже здорово почистили пятачок игроки команды Горняк. Хорошая была задумка. Артем Буб до шайбы не дотягивается. Однако, ну вот сейчас надо все решать. Какая долгая пауза. Ну долго Малхасян сейчас думал, что шайбой делать. Надо было сходу атаковать. Пока наш именинник сегодня думал, подкатили уже защитники. Собственно, угрозу от ворот увели, но шанс просто был очень и очень хорошим, замечательным. Один из таких редких сегодня случаев, когда могли зарешать эту ситуацию игроки команды Горняк. Нарушение правил сейчас. Скорее всего, это будет подножка. Показывает нам во всей красе Адильхана Сертаева. Сам уже поехал, приближается, прекрасно понимает, что происходит. Да, все верно. Александр Агапов в ситуации разобрался. Смотрим за повтором момента. За подножку, да, малым штрафом. Первое удаление в сегодняшнем матче. Удаление у команды Горняк. Первая шайба была заброшена в равных составах. И смотрим, как в ситуации большинства действуют Мунайши и как действуют в ситуации меньшинства команда Горняк. Нужно одним выдержать, отстоять, вторым постараться забить. Здорово в защите сейчас, великолепно отрабатывает в защите Владислав Лопухов сейчас. Очень хорошо Лопухов в защите сориентировался, поработал. Ой, какой опасный момент. Ну, вот зря, наверное, в передаче сейчас старался игрок команды Мунайши что-то выдумать из этой ситуации. Был это у нас Рихард. Возможно, нужно было ему и самому атаковать снова. Уводят угрозу от своих ворот игроки команды Горняк. Вот, собственно говоря, пока довольно успешно подопечные. Андрей Александрович Шевченко действует. Это очень и очень здорово. Минуту хозяева украли у соперника. Не дали создать абсолютно никаких опасных ситуаций. А у нас, тем не менее, остается играть меньше 5 минут в первом периоде. Напомню, что Арсений
Гуринович забрасывает шайбу. Константин Назарчук, Максим Рихард ему в этом ассистировали. И Мунайши начинает свою атаку. Ну вот им, конечно, возможно, что и попроще, полегче сейчас уже играть. Все-таки первая шайба заброшена. Однако тот факт, что у их ворот постоянно возникают опасные ситуации, Горняк постоянно создает для себя ситуацию успеха, все-таки должны вот сейчас насторожить Дмитрия Митинкова. Потому как вечно обороняться очень-очень тяжело. Горняк нацелен на то, чтобы забросить. Не совсем удачная атака. Вбрасывание будет у ворот или Легая. Абенов на ваших экранах сейчас. Тимур, молодой нападающий, 19 лет. Тимур, ну а здесь поигравший уже за основу опытный Илья Легай. Очередное вбрасывание. Илья Лошаков на правах лайнсмена. Шайбу вбрасывает. Мунайши выигрывает это вбрасывание. И могло бы сейчас очень опасно, если бы Москалев сориентировался и не пролетел мимо шайбы. Мог атаковать пустые ворота Ильи Легая. Легай, возможно, и не успевал в этой ситуации сейчас. Однако Горняк сейчас летит вперед силами Рязанова. Артем Буб мимо ворот простреливает. Крицын. Снова остановка. И на ваших гранах активный игрок команды Горняк сегодня по первому периоду. Один из лидеров команды. 29 номер, нападающий Артем Буб. Довольно спокойно на скамейке павлодарской команды. Устраивает их счет по первому периоду. Снова остановка на точке вбрасывания от команды Горняк. У нас с вами находится Давид Стенников. У команды Мунайши Богдан Тагамбаев. Все, вы прекрасно видели, кто был победителем в этой дуэли. Мимо ворот сейчас Горняк заряжает. Синюю линию закрыть не удалось. Однако летит сейчас вперед Назарчук. Назарчука там нейтрализуют вовремя защитники команды Горняк. И Горняк организовывает, устремляется в свою атаку. Здорово сейчас Буб там накрутил всех, кого мог, всех, кого видел перед собой. Однако продолжение Артем не увидел. И уже Сертаев самостоятельно шайбу по борту в зоне Мунайши запускает. Партнеров, к сожалению, нет. Вот сейчас Буб уже в высоком прессинге находится. Стенников тут рядом. Здорово отработали. Перехватили шайбу игроки команды Горняк. Есть возможность в оставшиеся 2 минуты первого периода организовать хорошую атаку. Аслан Руслан. Передача Сертаев. Еще передача Сертаева на Малхасяна. С шайбой Семенов. Семенов шайбу в зону завозит. Не совсем понятно, куда была адресована эта передача. Однако Малхасян там за воротами шайбу поймал. Артем Буб, Малхасян. Смотрим. Нет, удаления в этом эпизоде однозначно не будет. Шайба Семенов. Снова передача. Довольно неплохо контролируют шайбу сейчас игроки команды Горняк. Семенов там протиснулся. Шайба на пятачке. Могло быть очень-очень опасно. Семенов был готов ее завладеть. Однако вот атаковать сейчас можно было. Ну, хорошо. Сейчас лег под шайбу Иса Гусейнов. Таким образом, шайба с трудом, со скрежетом доходит до голкипера, до Богдана Гиганова. Давайте посмотрим еще раз за этой ситуацией. Хорошая была атака. И вот, собственно говоря, вовремя сориентировался и Гусейнов, и Богдан, который поймал шайбу. Андрей Александрович Шевченко на ваших экранах дает ценные указания, наставления. Прекрасно он понимает, что много моментов создано его подопечными в первом периоде. Осталось только все это перевести из количества в качество. Крицын, не совсем удачная передача. Мунайши сейчас силами Тагамбаева летит вперед. Хорошая передача от Тагамбаева была на Рихарда. На ваших экранах сейчас
22 номер, нападающий Максим Рихард. Рихард, кстати, поучаствовал сегодня в заброшенной шайбе. Смотрим еще раз Тагамбаев. Рихард, здорово. Ну, хорошую атаку организовали подопечные Дмитрия Митинкова. Очередное вбрасывание. Горняк это вбрасывание выигрывает. Шайба Макаров. Макаров ищет адресата, что-то там жестикулирует. Не совсем понятно, кому Макаров сейчас эту шайбу адресовал. Однако все обошлось, как и в этом моменте. Макаров долго думает и долго ищет адресата. Передача находит своего героя. На коленях сейчас играет Лопухов. Шайбу Лопухов с колен в зону Мунайши отправляет. Крицын от Горняка в высоком прессинге. Лопухов в высоком прессинге. Сертаев в высоком прессинге. Здорово сейчас. Хорошая атака мимо ворот. Крицын с шайбой. Лев Крицын выше ворот сейчас заряжает. Мунайши. Хорошая атака может быть. 2 в 1. И ну, здорово. Легай. Хорош. Илья Легай оставляет свою команду в игре. И 2 в 1 атака у команды Мунайши не увенчалась успехом. Браво, голкипер. Я думаю, что вот по ходу первого периода очень хорошо Горняк проводит этот матч, несмотря на то, что пропустили одну шайбу. Однако количество атак и качество атак, особо опасных моментов, которые создал Горняк у ворот Богдана Гиганова, вселяет надежду, что увидим мы сегодня заброшенные шайбы в команды Горняк. Будем надеяться, что продолжат они играть во втором и третьем периоде также. Мы с вами прерываемся пока. Перерыв. Услышимся во втором и третьем периоде. Это Астана. Невероятный город. Динамичная игра. Это красивая столица. Это Кукушкин, Бублик, Корда. Это Вавренко, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино и Тим. Звезды тенниса в сердце Казахстана. Это борьба на Билайн-арене. Это Астана Оупен. Это теннис. Винспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборг, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт.
Впервые в городе Алматы 23 и 24 сентября на площади Абая состоится международный турнир по баскетболу 3x3 «Алматы Квест». 16 профессиональных команд сразятся за путевку на этап мирового тура «Чэнду Мастерс». Не упусти возможность посетить самое зрелищное спортивное мероприятие года. Темиртау вновь приглашает всех на хоккей. Вот эти славные ребята сегодня, конечно, зажигали даже больше, чем вот эти парни на льду. Но, тем не менее, игра была такая кость в кость, от ножа и прочие там комментаторские штампы. Темиртауцы активно начали, собственно, как и накануне, но здесь уже Горняк, во-первых, переосмыслил игру в обороне, во-вторых, вот Семенов очень неплохо зажигал впереди, и даже вот такие моменты возникали. Все-таки, опять же, болельщики Темиртау просто классные, видите, и от мала до велика зажигают, и, соответственно, антураж у матча был прекраснейший. Но касательно голов, такого уже рок-н-ролла, как накануне, не случилось, когда Темиртау 8 забросил, Горняк 2. Здесь все поскромнее. Первыми все-таки темиртауцы во втором только периоде забросили. Марк Забурдяев в передаче Ильи Гореева это сделал. И казалось, все, сейчас Темиртау размотает соперника, как накануне. Но Горняк здесь уже читал иначе. Горняку тоже нужно было, конечно, цепляться за баллы, тем более таковых у них не было. И в этом же периоде счет сравняли. Вот здесь классный был момент у Лопухова, который чуть было сейчас Стенников не реализовал, но к сожалению, не получилось. Далее темиртауцы уже пошли вперед. Вот здесь сейчас будут сигнализировать о том, что залетела все-таки шайба за линию ворот, но нет, не было ее. Горняк все-таки нашел лазейку к воротам Алексея Зюзина. И все тот же Владислав Лопухов забрасывает с передачи Дмитрия Рязанова и того же Давида Стинникова. 1-1. И вот все на этом. Представляете, больше голов у нас не было. Команды друг другу тут по очередности, конечно, напихивали. Вот она, этот момент, кстати, когда показалось, прежде всего, хоккеистам Темиртау, что шайба пересекла линию. Но после видеопросмотра арбитр сказал: нет, ребята, гола не было. Но зато вот здесь помахались. Здесь аргентинская танго у нас была, да, и вот мальчишки у нас тоже, конечно, тут, видите, уже бабушек, причем, наверное, с маминой и папиной стороны веселили. Но здесь Шапошник. Сегодня очень здорово Никита Шапошник себя проявил. И в овертайме, когда будет пропущена шайба, конечно, те эмоции, которые он показал, ну, они такие дорогого стоят. Как вы уже поняли, у нас игра до овертайма перекатилась. И вот она, победная шайба Виталия Башко. Сразу, можно сказать, со свистка в овертайме Темиртау все-таки добывает вторую победу над Горняком. А рудничане довольствуются первым набранным очком. Вот такой вот у нас сегодня был хоккей. И вот они, эмоции Никиты Шапошника. Да, очень долго держались. Броски по воротам 49-28. Практически двукратное преимущество хозяев по выигранным вбрасываниям ноздря в ноздру. Удаления у нас сегодня вообще практически не было. 4 у Темиртау и 4 у Горняка. Но, можно сказать, так вот средняя температура по больнице. Вот такой вот у нас сегодня был хоккей. Не скажу, что это была славная охота, но интрига была жива долго. Меня зовут Виталий Несибаев. Любите хоккей, смотрите хоккей и берегите себя. Пока-пока. Вашему вниманию представлены лучшие моменты игры «Кулагер Астана». Второй матч. И видим мы, как хорошо начали гости. Кисель отправляет первую шайбу в ворота «Кулагера». На этом «Астана» не остановилась. Хорошо начали в целом они период.
была ожесточенная борьба и высокий прессинг, и, видимо, еще один выход 1-0. Но здесь Максим Елхимов подтащил свою команду. И тут же ответная 1-0 с промежутком где-то в одну минуту. И здесь рикошет от судьи, и убегает на рандеву игрок Астаны. И Максим Елхимов снова на месте. Вообще сегодня вратари показали хорошую игру, сдержанность. И Серик Булатов убегает 1-0, и не удалось ему здесь переиграть голкипера Астаны. В первом периоде увидели мы одну шайбу заброшенную. По броскам и на точке вбрасывания были по статистике впереди гости. В начале второго периода сейчас мы увидим, как забрасывает Астана. Вот он был момент. Здесь Фрукалов выходил с Ахмахан вдвоем. И чуть-чуть не повезло, конечно, с рикошетом. И снова видим великолепную игру Максима Елхимова. Вовремя выкатился, выставил плечо и отразил атаку. Обменивались как и опасными эпизодами, так и затяжными атаками, и силовые приемы, куда же без них. Максим Елхимов фиксирует шайбу, и тут уже на добивании игроки Астаны зарабатывают удаление Кулагер, и в меньшинстве оформляет дубль Игорь Кисель. Счет становится 2-0 во втором периоде. В начале это произошло, после чего здесь Ербатыров набрасывает, и шикарнейший сейв в исполнении вратаря команды Астаны Габдуллина. Вот мы видим, здесь рикошет отскакивает шайба капитану команды Матвею Кузьмину, и прям в ловушку заряжает он уже лежачему Габдуллину, и не удается сократить счет. А здесь в начале третьего периода вот так вот пас из-за ворот, и шикарное исполнение в ближний угол. Счет 87-го номера Егора Гатаулина 3-0. Акмахан здесь, видим, сокращает счет в сегодняшнем матче. Это единственная заброшенная шайба Кулагера. Выехал из-за ворот. Прием Боброва его называют, из-за ворот бросил, и шайба закатилась. После чего четвертую шайбу забивает подключившийся нападающий защитник Щегибаев. И здесь мы видим активный прессинг, и игра в чужой зоне приносит свою пользу подопечного Антона Александровича. Забрасывают они пятую шайбу в ворота Кулагера. Бондарев становится ее автором, и 5-1. И здесь капитан команды ставит точку в сегодняшнем матче. 18-й номер Дастан Ирканов с разворота поражает ворота Максима Елхимова. И счет становится разгромный. 6-1. Ринулись в атаку в последний штурм петропавловцы. Вот здесь мы видим удаление. Грязная игра Мухамеджанова. Был финальный штурм от Кулагера, но его не хватило для того, чтобы, естественно, обыграть Астану и забросить 5 шайб к ряду. Фиксируем счет. 1-6. Гости увозят с Петропавловска 2 очка. Статистика на ваших экранах.
1xbet, Жастар, хоккей, Лига Сым. Противостояние Горняк-Мунайши. Статистика на ваших экранах. Ну вот, собственно, то, о чем я вам и говорил по первому периоду. Горняк довольно прилично и очень уверенно себя чувствует на своем льду. Первым домашним матчем этого сезона перебросали, перевбрасывали. Для тех, кто смотрел, я думаю, что это было очевидно. Для тех, кто не смотрел трансляцию, только сейчас подключился к нам. Скажу, что Горняк очень удачно, насколько это было возможно, в нападении действовал. Очень активный по первому периоду Крицын, Буб, Стенников, Малхасян, Лопухов, Рязанов. Имели эти парни хорошие возможности. Ну вот где-то немного в завершающей фазе, в завершающей стадии не везло. Хорошо, Богдан Гиганов в створе ворот Мунайши себя ощущает. Однако тот факт, что перебросали, перевбрасывали и очень активно себя вели хозяева, внушают надежду. И будем говорить, что, скорее всего, мы увидим заброшенную шайбу от команды «Горняк», потому что, ну вот, на шайбу они уже наиграли по первому периоду. Не обидите болельщиков города Павлодар. Однако игра на встречных курсах, ошибка со стороны игроков команды «Горняк» привела к тому, что есть заброшенная шайба у павлодарской команды. Собственно, Арсений Гуринович ее забрасывает. Константин Назарчук, Максим Рихард ему в этом ассистируют. Все трое игрока первого звена. Таким образом, ну вот, удача пока улыбнулась гостям. Крицын на шайбе. Шайбой. Хорошая передача. На пятаке никого не было. И Мунайши уже шайбу в среднюю зону отправляют. Однако здорово в средней зоне Макаров сейчас разобрался. Передача от Малхасяна. Малхасян прессинг сейчас у борта. 2 в 1 сейчас. Ой, как здорово отработал Горняк в защите. Однако не без нарушений. Скорее всего, Станислав Семенов сейчас будет делегирован на скамеечку штрафников. Ну, немного Семенову терпения не хватило. Может быть, где-то хладнокровие. Но здорово он включился в борьбу. Нейтрализовал угрозу от своих ворот. Задержка соперника клюшкой. Смотрим еще раз. Хорошая передача была в исполнении Рихарда. И вот только за счет того, что Семенов не дал сопернику нанести бросок по воротам, возможно, именно это и спасло Горняк от второй пропущенной шайбы. Ну вот, ценой удаления сейчас Горняк угрозу уводит от своих ворот. Однако ненадолго, потому что вбрасывание выигрывает Мунайши. Мунайши разыгрывает свое второе большинство по ходу этого матча. Хорошая была задумка, однако реализация подвела. Крицын там активничает ближе к синей линии от команды «Горняк». Смотрим за развитием событий. Выискивает Мунайши адресата для атаки. На пятаке хорошо Ефимов там расположился у Мунайши. Очень высокий игрок, защитник. Перекрывает он там видимость Илье Лигаю. Сейчас Лигай все прекрасно видит. Перемещается Илья в створе ворот. Ну, не совсем удачные действия. Прямо так и скажем. Минута большинства у гостей закончилась. Горняк своими активными действиями. 88-й номер. Защитник Роман Макаров. 17 лет Роману. Очередное вбрасывание осуществляет Илья Ланшаков, лайнсмен. Буб на точке вбрасывания более активен. Здорово сейчас! Какой опасный момент! Ну! Момент был просто на загляденье. Владислав Лопухов на ваших экранах. Именно он там в завершающей стадии находился. Еще одно вбрасывание. Уже теперь, я смотрю, перемещаются игроки в среднюю зону. Ну, момент создан был прям на заглядение. Чуть-чуть помягче, если бы передача на Лопухова проходила не выше ворот, возможно, и было бы уже опасно. Напомню, после вбрасывания Артема Буб момент
был очень и очень хороший. Артем снова активничает, снова он там напрягает соперников. Здесь нарушений правил абсолютно никакого не будет. Поднимает Артем клюшечку со льда. Потерял у нее секундами ранее. Продолжается большинство у команды Мунайши. Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Ну, если говорить о позиционном нападении, оно, конечно, у Мунайши получается. Однако ничего внятного из этого по второму большинству не получается. Шайба зону Горняка не покидает. Ищет сейчас адресата Абенов. Находит снова передачи. И атаковать никто у команды Мунайши не рискует. Все больше это набросы на пятак в надежде, что кто-то там из своих поможет, подстрахует. Гусейна там передачу делал. Ну вот сейчас можно засчитать за хорошую качественную атаку понизу. Илья Легай на месте. Проброс у нас сейчас зафиксировали. Судьи на ваших экранах. 68 номер. Александр Лариков. Ассистент капитана, защитник. Смотрим за еще одним вбрасыванием. Напомню, что 12-9 Горняк был лучше в этом компоненте в первом периоде. Мунайши сейчас выгрызает эту шайбу. Атака сходу не получается. Артем Буб вперед. Не дают ему качественно выполнить передачу. Нарушение правил сейчас. Первое удаление у команды Мунайши. За толчок на борт. Да, толчок соперника на борт. Смотрим еще раз. Ну вот, не совсем дисциплинированно действует Богдан Анцельм. Капитан команды Мунайши. Ну, наверное, для капитана все-таки, мне так кажется, нужно быть немного хладнокровней. Хорошая возможность у Горняка наработать связки в большинстве, поиграть. Ну вот, наверное, не то, что мы хотим видеть в большинстве от команды Горняк. Такими вот действиями отличаться 100% не нужно. Тратится драгоценное время. Атака все никак не начинается. Макаров там только сейчас решился выполнить передачу на Сертаева. Сертаев далее. Уже Малхасян с шайбой кружит, раскруживается. Малхасяна нейтрализует. Таким образом, 38 секунд большинства. Ну, я могу сказать, что Горняк сам у себя украл, потому что особо ничего не придумывал здесь Мунайши. Вот именно первая некачественная передача в зоне Мунайши от игроков команды Горняк привела к тому, что долго не выходили из своей зоны, долго искали начало атаки, и как результат Малхасян, которого там нейтрализовали, уже в зоне Мунайши. На точке вбрасывания Семенов против Радина. И снова шайба покидает зону Мунайши. Рязанов за ворот с партнерами. Опасно. Артем Буб мог сейчас потерять шайбу. Могло быть после этого горячо у ворот Ильи Легая. Однако Артем заворачивает из-за ворот на синюю линию. Делает передачу на Рязанова. Снова Артем Буб. Рязанов. Рязанов сам набрасывает. Возможность у партнеров добавить была. Аслан Руслан мог это сделать. У него более выгодная позиция была в этом компоненте. Однако шайба отскочила от голкипера. И уже далее ничего не получилось в атаке. Лопухов. Лопухов летит вперед. Протиснулся. Здорово. Нужна передача. Снова Лопухов там стелится у борта. Бьется за шайбу. Выцарапывает Аслан Руслан. Не нужно спешить сейчас. Достаточно времени для того, чтобы поиграть. Рязанов сейчас там активничал, набрасывал на ворота. Лопухов. Замешкал Лопухов. Его там прессингует Назарчук теперь уже. С шайбой Семенов. Семенов ищет адресата. Не получается. Синяя линия не закрыта. Не успевает Дмитрий Рязанов закрыть синюю линию. Дорогие друзья, большинство закончилось. Команды играют в равных составах. Сыграно пока еще меньше 6 минут. Ну вот,
3 плюс 2 здесь было. Могли и поиграть. Хорошо с разворота. Сиртаев там. Молодчик. Здорово. Остановка игры. 6 игроков. Нарушение численного состава у Горняка. Ох-ох-ох-ох-ох. Таким образом, из большинства Горняк перемещается плавно в меньшинство. Давайте посмотрим еще раз за хорошим моментом. Ах, вот так вот здесь. Угу. Ну что ж, не будем спорить с главными судьями. Ситуация уже заиграна. Нарушение численного состава, как нам подсказывают. Кого-то сейчас делегируют на скамеечку штрафников. Третье меньшинство у команды Горняк. По первому периоду всего 2 минуты у Горняка по нарушениям. Одно нарушение всего было. У Мунайши, кстати, вообще их не было. Таким образом, это нарушение уже третье. Снова Горняк играет в меньшинстве. Хорошая передача сейчас была у Горняка, однако не дотягиваются. Партнеры по команде не помогают в этой ситуации. Мы нашли снова раскручиваться так вот. Высокий прессинг в исполнении Крицына. Крицын хорош, очень активный игрок. По первому-второму периоду наиболее часто мы его фамилию называем. Не решается там Гусейнов что-либо предпринять в нападении. Вот только сейчас Синелинин наброс. Легай, хорош. Илья, браво. Ну, а здесь на ваших экранах 16 номер Арсений Гуринович. Гуринович, автор первой заброшенной шайбы. Илья сориентировался очень здорово. Давайте посмотрим еще раз. Гуринович. Да, и там Абенов был готов подстраховать. Лариков опасно курсировал в зоне команды Горняк на пятачке. Таким образом отбился Горняк силами всей команды и, конечно же, Ильи Легая, который шайбу зафиксировал. Ну, вот, пожалуй, такой один из очень интересных, опасных моментов у ворот Ильи Легая. Тагамбаев. Тагамбаев по борту. Первый на шайбе Рихард. Рихард дальше по борту перепас. И теряет шайбу у синей линии Анцельм. Горняк. Опасный момент. Из-под защитника атаковал Лапуков. Бросок был абсолютно несложный для голкипера, но сам факт броска в створ ворот мы зафиксировали. Тагамбаев. Тагамбаев. Тагамбаев продолжает. Вот только сейчас шайбой расстается. Не совсем удачные действия. Снова Рихард теряет шайбу. Горняк здорово защищается, честно скажем. Вот именно по этим большинству, которое было и первое во втором периоде, и второе во втором периоде. Довольно уверенно команда играет в разных составах. Артем Буб самостоятельно один. Решится на атаку. Нет, ищет партнеров. У Артема шайбу отбирают. Назарчук там первый на шайбе. Далее поддержит Анцельм. По борту Анцельм отправляет партнеру по звену. Легай вступает в дело. Борется у борта Стенников от Горняка. Далее Крицын помогает ему сейчас. Крицын шайбу в среднюю зону вывозит. Никому ее не отдает. Сам старается организовать атаку. Ну вот, незрячий пас приводит к тому, что все-таки партнер Горняка эту шайбу фиксирует. А именно Макаров это был. Крицын. Крицын. Прессинг не совсем получился в его исполнении. Здорово в защите сейчас отработал Аслан Руслан. Посадил на себя Гусейнова. Ничего не дал ему сделать. Ну и атаковать, конечно же, нужно. Малхасян. Шайба Малхасян находится. Только сейчас решается это сделать. В дело вступает Богдан Гиганов. У нас с вами коммерческая реклама.
Ледовый дворец спорта, Горняк-арена, город Рудный, главный тренер команды Андрея Шевченко, Горняк, его подопечные рядышком на скамеечке запасных. Горняк пока по ходу второго периода проигрывает, однако моментов, которые создает Горняка, намного больше, нежели у команды Мунайши, город Павлодар. В первом периоде Горняк перебросал своих соперников 10-7, больше выигрывал в вбрасывании. В целом очень активно атаковал, моменты за моментами присутствуют. Ну вот, однако, пока шайба в створ ворот не заходит. Один из виновников этому — Богдан Гиганов, который находится в створе ворот у команды Мунайши. Богдан Гиганов с надежностью 76,7 после 4 сыгранных матчей. Ой, как здорово сейчас Семенов, ближний угол. Ну и передачу отметим Малхасяна. Малхасян активен во втором периоде. Семенов, еще одна атака. На себя эту шайбу ловит Ефимов. Мунайши. Шайба в зоне Мунайши курсирует. Буф, хорош, буф! О-о-о! Мимо ворот сейчас, но моментище великолепный сейчас. Здорово, Семенов ищет адресата, передача. Команды, напомню, играют сейчас в равных составах. Было ощущение, что Мунайши в меньшинстве. Макаров. Нарушение правил, нарушение. Офсайд. Малхасян. Собственно говоря, те, кто в первом периоде у нас с вами от команды Верняк были активны, такими и остаются. Продолжают гнуть свою линию. А здесь уже Богдан Гиганов на ваших экранах. Богдану 17 лет, в свою очередь Илья Легай, ему 20 лет. Постарше, поопытнее Илья, нежели его визави Богдан. Остается сыграть во втором периоде 10 минут. Раскручивает Мунайшинскую атаку. Длинная передача по борту силами Гуриновича. Гуринович забрасывает шайбу, и в целом Арсений Гуринович очень активен. Ну а здесь уже позиционная атака от команды Мунайши. Горняк очень высоко прессингует. Атака. Здорово атаковал Максим Рихард. Абсолютно несложный для Ильи Легая бросок. Справляется он с этой опасностью. Нарушение правил. Еще одно удаление у команды Горняк показывает нам Лев Крицын. Недоумевающий взгляд у Льва Крицына сейчас. Что там? Задержка соперника клюшкой. Недолго Горняк играл в полном составе. Вот за этот самый момент. Красиво, конечно, раскрутил себя Константин Назарчук. Лев Крицын. Задержка соперника клюшкой. Четвертое меньшинство у Горняка за два периода. Третье во втором периоде. Испытывает Горняк судьбу сейчас. Снова остается в меньшинстве. Благо пока у соперников ничего особо опасного у ворот Легая создать в большинстве не получается. В любом случае ничего хорошего. Хороший сейчас перехват. Нужно лететь вперед. Кто это? Малхасян. Малхасян. Передача. Ну, решать. В меньшинстве Горняк. Хорош Семенов. Семенов. Браво. Но каков Малхасян. Перехват организовал. Довел шайбу до зоны соперников. Давайте смотрим еще раз. Зашел с шайбой в зону. Правильно ею распорядился. И паутинку сверху сбивает у ворот Богдана Гиганова никто иной, как Станислав Семенов. Ну вот, может быть, Горняку всегда в меньшинстве играть, потому как в меньшинстве играют они намного лучше, еще и вот и забивают. Очень хороший, полезный показатель. Я думаю, сейчас Дмитрий Евгеньевич Митинков обязательно сделает внушение своим парням, потому как, ну вот, в меньшинстве пропускать немного, наверное, не камильфо для команды, которая пользуется большинством уже в четвертый раз, третий по ходу этого периода. Застревает шайба в ногах у игрока команды Горняк. Таким образом у нас с вами уже счет 1-1.
Не зря вам сказали, что команды равны. И не зря я говорил, выражал свое мнение, что Горняк однозначно наиграл на заброшенную шайбу. Все дело к этому шло. Однако Богдан Гиганов себе не давал усомниться. Но прыть двух игроков команды Горняк, Малхасяна и Семенова, сотворили свое дело. Что такое? Ох ты, еще удаление. Лопухов. Негодует Лопухов. Раздосадован сейчас. Ну, давайте, наверное, посмотрим. Удар коленом. Да, давайте еще раз посмотрим на эту ситуацию. И уже там разберемся. Вот именно в этом эпизоде Лариков на себе ощутил всю мощь нападающего от команды Горняк. Лопухов Владислав. Да. Втроем будет играть Горняк еще 45 секунд. Совсем тяжело сейчас придется подопечным Андрея Шевченко, если учесть тот факт, что оба коллектива играют всего-навсего в три звена. Таким образом, не совсем удачные действия в нападении от команды Муныши. Шайбы у нас с вами Тагамбаев был. На пятаке активничает Анцельм. У него ничего не получается. Что, еще одно удаление, что ли? Еще одно удаление? Ну, прямо россыпь удаления во втором периоде. Рихард на ваших экранах. Максим. Да, в среднюю зону сейчас вынесли вбрасывание. Так или иначе, 12 секунд еще нужно будет сыграть команде Горняк втроем. Время утекает как вода. С шайбой Арсений Гуринович, автор заброшенной шайбы. Выстояли хозяева втроем против пятерых. Четвером теперь... Ой-ой-ой, ой, какая атака, Лигай! Лигай оставляет свою команду в игре. Атаковал Богдан Анцельм. Не раз он уже сегодня пытается пробить еще разочек. О-хо-хо, Анцельм. Здорово. Однако вопрос в защите, почему он так вольготно себя там на пятаке чувствует. Вопрос, который возникает из раза в раз. Но и Лигай. Лигай, хорош, мастерюга, браво. Ну, решили парни потолкаться. Сертаев там решил показать Максиму Рихарду, кто в доме хозяин. Потолкались без каких-либо... А, еще и обои... А, вот тебе что. Все-таки главный судья Александр Агапов решает не давать никакого шанса для диалога. И Лигай, боже мой, что творит сейчас. Рихард там просто расстреливал ворота. Если бы сейчас не расторопность Ильи, счет однозначно был бы сейчас 2-1. Причем в первом моменте Лигай спасает. Во втором моменте Лигай спасает. Ну вот сейчас на скамейке штрафников, наверное, не совсем удобно игрокам команды Горняк сидеть. Видно, по взгляду парни хотят играть. Нужно быть однозначно немножко дисциплинированным. Любите хоккей или другие виды спорта? Тогда переходите на сайт главного спонсора трансляции, компании 1xbet. Поддерживайте своих фаворитов вместе с нами. Ну вот, надо бежать сейчас вперед. Семенов не успевает. Отбирает шайбу у него Иса Гусейнов. Гусейнов чуть побыстрее Семенова на ногах. За счет этого смог нейтрализовать опасность у своих ворот. Ну, у Семенова был хороший шанс, ежели он был бы чуточку побыстрее. Борьба. У борта остается сыграть 6 с небольшим минут во втором периоде. Так или иначе, заброшенную шайбу во втором периоде мы с вами увидели. Все это было уже силами команды Горняк. Сертаев из-за своих ворот начинает сейчас атаку. Да, и Станислав Семенов сравнивает счет. Олег Малхасян ему в этом ассистирует. Артем Буб тоже наиграл сегодня на шайбу. Очень активный Артем. Здорово. Шайбу ловит на себя Ефимов. Высокий прессинг Стенникова от Горняка.
застревает шайба между игроков команды «Горняк», крайним в этой ситуации. Ловящим на себя шайбу был Роман Макаров. «Горняк», высокий прессинг. Вот по сезону, если мы говорим и о взрослых командах, и вот сейчас о командах молодежки, пожалуй, одним из любителей такого компонента является «Хумо». «Хумо» довольно качественно играет в высоком прессинге. Собственно говоря, этот компонент не раз приносил им хороший результат. И я думаю, что молодежки также должны применять этот результат, потому что молодые парни, активные ребята, нет ничего невозможного. Стенников сейчас у борта прижался. Шайбу по борту выпускают. Первым на шайбе Назарчук. Назарчук летит вперед. Назарчук самостоятельно бросает. У Сертаева шайба останавливается. Набрасывает на ворота Гуринович. Хороший отрезок в исполнении команды Мунайши. Сейчас летит вперед ракетой Малхасян. Малхасян здорово обыграл сейчас он Гуриновича. Атаковать сходу. Здорово, Семенов. Хорошо. Жалко, что не попал в ворота, но Малхасян снова создает ситуацию успеха для своих партнеров. В предыдущей ситуации у него хороший получился ассист. Здесь здорово сориентировался, передачу на Семенова выкатил. Абенов. Шайба в ловушке Ильи Легая. Остается сыграть 3 минуты 42 секунды. У нас с вами коммерческая реклама. «Горняк Арена», 1xBet «Жастар», хоккей, Лига Сым. Местная команда «Горняк» на своем льду принимает гостей из города Павлодар. Это команда Мунайши. Абенов на ваших экранах. Атака Абенова. Шайба в ловушке голкипера Ильи Легая, который сегодня оставляет свою команду в игре. Дает надежду. И «Горняк», который по первым двум периодам активнее, нежели его соперники из команды Мунайши, наиграл на шайбу. Здорово была разыграна комбинация силами Олега Малхасяна. Шайбу забрасывает Станислав Семенов. Оба игрока первого звена. Таким образом, первое звено у тех и у других сегодня забивает. Передача, теряет шайбу в зоне гостей Абдуллаев. Мунайши в атаке. Здорово работает «Горняк» сейчас в защите. Остается чуть более 3 минут сыграть во втором периоде. И тем интереснее будет посмотреть за статистикой после двух периодов. Есть ощущение, что «Горняк» и в этом периоде своих соперников по всем фронтам переиграл. Тем более, что «Горняк», который играл в меньшинстве, забрасывает в меньшинстве шайбу. Тем самым показав, что не только умеют обороняться игроки местной команды, но еще и забивают в меньшинстве. Кстати, как и любят это делать основной состав команды «Горняк», также в меньшинстве. В прошлом сезоне мы видели, что взрослая команда «Горняк», основная команда, забрасывает в меньшинстве, и удается им хорошо этот компонент. Закатывает в зону самостоятельно Макаров. Макаров решает у синей линии самому проверить голкипер Богдана Гиганова. Богдан на месте. Хорошо отработал Руслан в защите сейчас у синей линии у своей. Передача Макаров. Макаров, еще одна передача. Артем Буб сейчас. Разгоняется Артем, заходит в зону и самостоятельно атакует. Еще и на добивание мог там Артем успеть. Немного не хватило сил.
остается сыграть минута 40. Устремляется Абена вперед, обыгрывая защитников. Ой, еще и атака у Абенова получилась. Здорово сейчас. Абенов вне игры оставил всех игроков Горняка, кто перед ним находился. Однако основного игрока в воротах команды Горняк Илью Легая обыграть не получилось. Ну да, вот он прям как стоячего Амирхана Жунусова обыграл. На прямых ногах Жунусов находился. За счет этого, конечно же, не смог успеть за маневром Абенова. И таким образом Лига единственный, кто стал препятствием шайбы на пути в ворота команды Горняк. Хорошая передача. Семенов. Семенов обыгрывает. Теряет шайбу Семенов. Нам показали, да, Семенов Малхасян. Связку. Как хорошо сейчас шайбой взаимодействует 91 номер Константин Назарчук. Здорово, Константин. Качественно отработал, однако, да, в завершающей фазе ему немножко не хватило удачи. Но момент был хорош, обыгрывал он игроков команды Горняк. Крицын, Крицын вперед, на пятаке Крицын. Ну и атака. Атака в исполнении Олега Малхасяна. Малхасян хочет не только поучаствовать в заброшенной шайбе, но еще и забросить самому хочется Олегу. Тем более в день рождения себя он уже порадовал. Результативная передача есть на его счету. Артем Буб, что скажет Артем? Передача. Атака нужна. Здорово сейчас. Жаль, что мимо ворот. А Давид Стенников атаковал ворота команды Мунайши. Остаются считанные секунды до завершения второго периода. Наверное, абсолютно никому не нужно спешить. Оставляют за собой второй период, как и первый, игроки команды Горняк. Однако, нет, не удается Гусейнову что-либо опасного сотворить у ворот Ильи Легая. Второй период закончен. И отметим, подведем итоги второго периода. По второму периоду Горняк также был активнее, Горняк также был поинтереснее, нежели павлодарская команда Мунайши. Будем посмотреть за статистикой, хочется очень посмотреть за этим компонентом. В любом случае, ждем вас на третьем периоде. Будет еще обзор интересных моментов перед началом третьего периода. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Мы с вами услышимся в третьем периоде. Оставайтесь с нами, до скорой встречи.
Бұл Астана таңғажайып қала. Серпінді ойын. Бұл Есілдің шабыты. Бұл Кукушкин, Бублик, Корда. Бұл Вавренко, Лихечка, Чорич, Грикспур, Маннарино, және Тим. Бұл Бәйтерек жарқыны. Бұл Билайн аренадағы тамаша ойындар. Бұл Астана Оупен. Бұл теннис. Инспорт представляет. Теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. Үшінші 24-ші қыркүйек күндері Алматы қаласында алғаш рет Абай алаңында баскетболда 3-3 Алматы Квест халықаралық турнирі өтеді. 16 кәсіби команда Чинду Мастерс әлемдік турның кезеңіне жолдама алу үшін күреседі. Жылдың ең керемет спорттық шарасына қатысу мүмкіндігін жіберіп алма. За работу сегодняшнюю. Ну что, смотрим, вспоминаем все, что было в этом поединке, и все яркие моменты мы сейчас с вами и посмотрим. Ну вот так вот была заброшена первая шайба. Кошевник сегодня был на высоте, сегодня на его счету 3 заброшенных шайбы, и смотрим, как у нас организовывались атаки в первом периоде. Моменты у ворот Орлана. Ну вот, вот шайба, который поставил точку Артем Кошевник. Принимает поздравления от товарищей по звену. Дальше смотрим все, что было. Ну вот, вот она и вторая шайба. Арбитр показывает на взятие ворот. Ну вот две шайбы, которые были в первом периоде. Больше у нас моментов уже в первые 20 минутки не было. Это уже моменты второго периода. Ну и здесь Ждановский сокращает отставание до минимума. Забрасывает шайбу с передатчика в дуале. Но это все события в большинстве играл Орлан. Дальше еще одну шайбу мы с вами посмотрим, которую опять же забросил Орлан. Вот атака, здесь хороший бросок. Вратарь на высоте отыграл просто здорово, просто замечательно.
Выход Александра Краснолуцкого. Вот такой классный бросок. И под самую перекладину всадил шайбу. И 2-2 у нас счет установился. Дальше во втором периоде уже интересных событий не было. Ну и вот уже мы смотрим теперь третий период, в котором Борис отключился четырежды. Обо всем по порядку. Кошевник с передачи Гафурова забрасывает вот эту шайбу. 2-3 после этой атаки. Дальше смотрим атаку, где Борис еще раз отличился. Тут вот момент, и Перкин ставит точку в этой атаке. Дальше смотрим, как была еще одна шайба заброшена. Здесь Потапов заходил в зону, отдал передачу. Хорошая атака была, но вот здесь вот не получилось реализовать. Дальше мы увидим, как Зияж бросает и подставляет клюшку Артур Гросс и делает счет 2-5. Ну, тут уже было понятен исход поединка. Но Борис не думал останавливаться. Здесь страсти закипели. Так, небольшая потасовка. Ну, после этого эпизода два игрока отправились в штрафные боксы. Игра продолжилась в формате 4-4. Ну и вот еще одна шайба. Здесь Уразбаев станет жирнющую точку в этом поединке. Да, вот там показывает на взятие ворот. Празднует успех второй раз уже в Кокшетау клуб из Астаны. И смотрим цифры статистики, которая сложилась по всему поединку. 10 бросков всего лишь у Орлана нанесено по воротам соперника. 30 у команды Борис. То есть три раза больше забросили. Но вот такие вот итоги у нас, ну вот дадут нам еще посмотреть. 23 вбрасывания у Орлана, 22 у Бориса. Ну и, наверное, стоит обратить внимание на штрафные минуты. Здесь меньше удалялся Орлан, 6 минут у него всего и 12 минут у Бориса. Вот такие итоги матча между Орланом и Борисом. Итоговый счет 2-6. Ну что, вторая встреча Алматы-Актобе. Концовка просто держала нас матч до конца в интриге. Ну и давайте обо всем по порядку. Поймете, про что я говорю на этих повторах, опасных моментах и заброшенных шайб. Ну что, первый период начался с заброшенной шайбы Актобе. Очень быстрая шайба получилась у подопечных Леонида Панкова. 35 секунд понадобилось Актобе, чтобы открыть счет в этой встрече. Роман Оликов забрасывает первую шайбу своей команды. Катасонов и Афлитонов у него в ассистентах. Под ловушкой шайба проскакивает у Рудковский. Ну и дальше команды в первом периоде обменивались атаками. Были и удаления. Но у Алматы реализация очень сильно страдала от своих моментов. Плюс где-то несыгранность, где-то ошибки в передаче. Много было брака именно в передаче. В итоге не смогли алматинцы свои моменты в первом периоде реализовать. А еще и плюс ко всему, в концовке первого периода наиграли на большое 5-минутное удаление. Андрусенко был наказан за атаку в область головы и шеи. Хотя там с разных ракурсов по-разному этот эпизод можно было бы расценивать. Но арбитр посмотрел видео, принял решение, 5 минут выписал. Ну и этим воспользовались Актобе, забросив свою вторую шайбу в этой встрече на 20-й минуте. Морозов забросил с передачи Бурамбаева и Цихоцкого. Как раз на ваших экранах это заброшенная шайба. Все здорово сделали Актобе, классно разыграли, никаких вопросов. Низом в дальний угол Рудковский не удел. Ну и все, да, на этом первый период закончился. Забегая вперед, победную шайбу как раз Морозов эту и забросил. А во втором периоде вот такая была шайба, но ее не засчитали из-за высокоподнятой. Порадовался там Шайкенов, но в итоге эту шайбу не засчитали. Были моменты вот еще у Шайкенова, кстати говоря, на ваших экранах. Вот здесь вот у Андрусенко был великолепный момент, но каркас ворот
встал на пути заброшенной шайбы. Были моменты и у Актобе во втором периоде, но в итоге команды во втором периоде разошлись со счетом 0-0. И таким образом к третьему периоду уже было понятно, что Алматы нужно будет отыгрывать две шайбы за 20 минут. А сделать это будет очень сложно, потому что Актобе здорово оборонялась очень плотно. Но Алматы продолжал создавать моменты в третьем периоде. Да, их было не так много, как хотелось бы хозяевам, но в итоге они были, эти моменты. В сухом остатке все-таки Алматы смогли добиться своего и забросить свою шайбу. Правда, это уже было довольно поздно. 50 секунд оставалось до конца третьего периода. И вот эта шайба на ваших экранах верхом бросилась. Одинэксбет, Жастар Хоккей Лигасы, Горняк Мунайши. На ваших экранах статистика после второго периода. Снова статистика подтверждает мои слова в том плане, что Горняк, как и в первом периоде, так вот, собственно говоря, и во втором, очень уверенно и очень хорошо играл. Намного интереснее, много моментов создали подопечные Андрея Александровича Шевченко. Ну, а Мунайши, кроме того, что довольно много времени провел в большинстве, а именно 8 минут было время, когда Мунайши играл пятером против троих игроков команды «Горняк». Собственно, после такого большого количества проведенных минут в большинстве ничего внятного для своего коллектива не смогли сделать. И более того, в меньшинстве Мунайши пропускает шайбу. Станислав Семенов забрасывает и сравнивает счет для команды «Горняк». Олег Малхасян ассистирует ему в этом. Андрей Александрович Шевченко, главный тренер команды «Горняк», на ваших экранах очень серьезен. И, собственно говоря, все прекрасно понимает. И я уверен, что если «Горняк» намного меньше удалялся во втором периоде, взял бы пример с первого периода, в первом периоде вообще всего 2 минуты были штрафных у команды «Горняк». Возможно, и созданных моментов было больше, тем более, что раз уж забросили в меньшинстве, соответственно, наверное, возможностей было бы в равных составах намного-намного больше.
по самым активным игрокам в составах. У Мунайши хочется выделить Ису Гусейнова, Тимура Абенова, Богдана Анцельма. Очень активен также был Константин Назарчук, Богдан Тагамбаев, Варлам Ефимов. У команды «Горняк» все те же активные действующие лица: Крицын, Буб, Стенников, Малхасян, Лопухов, Рязанов. И, конечно же, один из главных действующих лиц, собственно говоря, благодаря которому во многом створ ворот закрыт для соперников, конечно же, это Илья Легай и его визави Богдан Гиганов. Также большое значение для своей команды имеют. Начало третьего периода у нас с вами положено. Крицын. Атака. Не точно. Мимо ворот пролетает шайба. Удалений здесь не будет. Мунайши самостоятельно сейчас пытается организовать свою атаку. Однако ничего особо опасного не получается. Череда неточных передач. Инициативой пока особо никто не владеет. С шайбой Макаров. Горняк. Далее Макаров делает передачу. Снова Макаров. Артем Буб. Один из очень активных участников команды «Горняк». Хорошая была попытка Стенников. До Стенникова шайба не дошла. Однако Абенов, про которого мы уже говорили, набрасывает на ворота. И ой, как могло бы сейчас жарко и опасно у ворот Ильи Легая. Однако опасность пока от ворот «Горняка» не отведена. И вот только сейчас, наверное, «Горняк» может передохнуть. Здорово Легай. Хорошо в створе ворот себя ощущает. Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Компания 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимые команды вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Ой, как хорошо в защите сейчас отработал Абдуллаев. Оттеснил соперника, который был уже готов атаковать. Шайба в ловушке у Ильи Легая. На ваших экранах Аслан Руслан, защитник второго звена. Сыграно ровно 2 минуты. И пока оба коллектива в одну и в другую сторону очень активны. Стараются заработать баллы в основное время. Не хочется переводить ни тем, ни другим игру в овертайм. Овертайм отнимает тоже немало сил. Завтра еще одна встреча. Ну что, 2-1. Не увидел сейчас партнера. Не увидел Абдуллаев, что рядом с ним едет его партнер, нападающий Лев Крицын. А могло быть ужасно опасно у ворот Богдана Гиганова. Еще разочек давайте посмотрим. Вот в этом эпизоде, если бы Абдуллаев чуть-чуть качественнее среагировал на данную ситуацию, могло быть жарко, шайба могла быть заброшена. Однако теперь нужно заходить, обороняться. Абенов, передача. С шайбой Ефимов был. Ефимов по борту отправляет ее вперед. С шайбой сейчас Гусейнов. Гусейнов также по борту. Брагин не справляется с натиском. Брагин теряет шайбу. Горняк начинает свою атаку. Хочется и тем, и другим набирать заветные очки. Макаров, там передача. Не справился сейчас с этой шайбой Богдан Гиганов. Подмышкой она у него выскользнула. Однако вовремя подоспевший партнер убрал ее с пятака. Тем самым опасность была нейтрализована. Самостоятельно сейчас активничает Олег Малхасян. Видимо, желание Олега сегодня, сегодня рождения, забросить шайбу. Поучаствовал он в заброшенной шайбе. Ассистировал Станиславу Семенову. И были моменты, когда Малхасян, ну, прям сам мог забросить. Да, это было. Чуть-чуть Олегу не везет. На ваших экранах 22 номер. А Максим Рихард также поучаствовал в первой заброшенной шайбе уже для своей команды. Еще разочек. Давайте посмотрим момент, который создали игроки команды Мунайши. Илья Легай
задачей справляется своей. Хорошо сейчас в защите отработал Рязанов. Артем Буб с шайбой. Выцарапывает он ее. Ищет адресата, решает самостоятельно. Завести в зону к сопернику. Так и получается. Вот только сейчас, наверное, будет что-то из разряда передача партнеру. Синей линии. Хорошо. Рязанов. Не совсем удачно Рязанов распоряжается шайбой. Борется у борта Малхасян. Шайбой на пятак. Невозможно. Не получилось. Стенников там на пятаке был готов, если что, подстраховать и забрасывать шайбу в ворота. Тем не менее, еще один момент защиты отработан силами павлодарской команды. Подтверждая мои слова о том, что Горняк сегодня поинтереснее и посильнее, говорит тот факт, что за два периода по броскам Горняк перестрелял своих соперников 21-15. По бросанию Горняк также сильнее по итогам двух периодов 20-19. У Горняка один из большущих плюсов — заброшенная шайба в меньшинстве, что, конечно, психологически, возможно, Муныши и этот факт поддавливает. Было комфортное преимущество, столько возможностей для реализации. 12 минут по итогу двух периодов имел Муныши для того, чтобы реализовать большинство. В свою очередь, Горняк всего 4 минуты. Муныши довольно дисциплинированно играет. И в подтверждение тому, что Горняк играет активнее, является тот факт, что по блокированным броскам Горняк смотрится очень прилично. Но больше блокировать броски приходилось команде Муныши. 17 заблокированных бросков против 6 у команды Горняк. Хорошо выкатил на пятак сейчас Семенов. Атаковал на месте Богдан Гиганов. Муныши. Атака. Ничего абсолютно опасного у ворот или Лигая сейчас не происходит. Оба наших с вами коллектива пока находятся в нижней строчке турнирной таблицы. Горняк — одно набранное очко, 10-я строчка. Муныши — 12-я строчка, 0 набранных очков. Тем важно и интересно обеим командам заработать на выезде. Для Муныши как можно больше, у Горняка дома взять матчей как можно больше. И если говорим о дальнейшем, то пока все идет к тому, что Горняку нужно забрасывать еще и еще, стараться это сделать. Ну вот, наверное, не такими силами и не такими стараниями. Игра высоко поднятой клюшкой. Еще разочек давайте посмотрим, что там происходило. Ага, вот оно есть. Получите, распишитесь. Защитник Дмитрий Рязанов. Дмитрию 16 лет. Ну вот, отметился Дмитрий Рязанов пока 2 минутами штрафа. Продолжается третий период. У нас с вами снова большинство команды Муныши. Однако, ты погляди, что происходит. Опасный момент снова в меньшинстве. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это Горняк сейчас устраивает хорошую перспективу для себя. Хорошая была атака. На льду лежал Лопухов. Что-то он там получил, какое-то, видимо, повреждение во время атаки. Однако на месте Владислав Лопухов сейчас снова в игре. Полежал он на льду, пришел в чувство, в сознание, подорвался. И уже сейчас вот он на ваших экранах, на острие атаки. Если будет повтор момента, я надеюсь, что мы посмотрим, что там с ним случилось, в результате чего он оказался на льду. Но нарушения правил нет. Горняк еще минуту будет играть в меньшинстве. Ну вот в меньшинстве, смотрите, какой Горняк активный. Была возможность еще там забросить одну шайбу. Вовремя Богдан Гиганов сориентировался в створе ворот. И Муныши снова очередной раз не удается создать. Ой-ой-ой, что там вытворяет Богдан Гиганов. Тем временем Муныши входит в зону команды Горняк. Аслан Руслан нам прессингует. Артем Буб прессингует от команды Горняк. Однако шайба по-прежнему
у игроков команды «Малыши». Абенов. Ой-ой-ой, Легай. Сейчас дает колоссальнейшую надежду для того, чтобы оставить свою команду в игре. Брагин сейчас был на волоске от заброшенной шайбы. Смотрите, еще раз. Абенов атаковал. Там был отскок, если я правильно понимаю. Да, Легай парировал этот бросок. И вот здесь уже раздосадованный Максим Брагин. Шанс у него, конечно, был очень хороший. Таких бывает один на миллион. Но вот этим шансом воспользоваться он не смог. Вбрасывание Мунеши выигрывает. Еще одна атака сейчас будет 100%. Илья Легай на месте. Было видно, что заряжен на бросок вот этот вот хоккеист. А именно Арсений Гуринович. Гуринович забросил первую шайбу для своей команды. Имел право сейчас атаковать. Смотрим еще разочек. Да, здорово, Гуринович. Никого перед ним не было. Ну и Легай все прекрасно видел. Ситуацию контролировал. Анцельм. Горняк играет в полном составе. Ну вот, оставшиеся 12 минут все-таки, наверное, нужно Горняку провести в нападении. Здорово. Крицин, хорошая атака. Ну вот, партнеры должны были сейчас на пятаке доработать. Никого там не было. Опоздали с этой ситуацией. Крицин хорош. Сертаев, защитник сам. Ох, Сертаев хорош. И вот снова там не справляется с шайбой Богдан Гиганов. Не удается ему ее поймать. Шанс Мунеши дает команде Горняк снова и снова. Ну и чести ради, скажем, у Горняка и поинтереснее атаки получаются. Так или иначе, я думаю, что очень интересная оконцовка нас с вами ожидает. Горняк борется в своей зоне сейчас. Еще атакует и еще. Ну, статистика врать не будет. По броскам, повторюсь, 21-15. Горняк здорово сегодня почувствовал игру. Продолжается желание Горняка забрасывать. Не совсем удачно получается у них это. Ждет нас очень интересная оконцовка этого матча. Максим Брагин с шайбой был. Передачу делает Абенов. Сейчас там у борта поборолся с шайбой Гусейнов. Гусейнов не поспевает сейчас. Однако есть в команде Ефимов. Ефимов с шайбой передача. Не совсем удачно через зону шайба полетела. Гусейнов. Что придумает сейчас Иса? Снова там борется у борта Мунайши. Горняк силами Артема Буба сейчас делает передачу. Летит вперед Малхасян. Ох, неплохо получилось. Однако шайба продолжает у Малхасяна оставаться. Хорошо, Артем Буб с Малхасяном там поборолись. За что награждены? Ну, далеко от себя. Малхасян шайбу оставляет. Однако атака в исполнении Аслана Руслана от синей линии. Аслан здорово на синей линии там сработал, среагировал. У нас с вами коммерческая реклама. Ледовый дворец спорта, Горняк-арена, 26 сентября, 1xbet, Жастар, хоккей, Лига Сы. Атака Абенова, после которой была просто великолепнейшая возможность у Максима Брагина. Еще одна атака на месте Илья Легай, который сегодня хорош в створе ворот. А здесь уже Аслан Руслан атаковал ворота Богдана Гиганова. По одной шайбе
оба голкипера пропустили. Однако больше работы, судя по статистике, у Богдана Гиганова. Горняк ищет адресата. Не точно. Перехват от команды Мунайши. Вот дробится игра на хорошие атаки и брак в передачах. В любом случае, игру особо это у нас абсолютно не портит. Дает возможность почувствовать, наиграть связки в команде. Здорово, Крицын сейчас на пятак. Нужно было шайбу выгружать. Передержал Крицын. Шемельтуров был на точке. Был готов своей команде помочь. Крицын. Снова передача от Крицына. Ловит сейчас на себя шайбу игрок команды Мунайши. Мунайши 17 бросков сегодня на себя поймали. Это еще на выше ворот. Атака сейчас у нас с вами была. Остановка игры. Что у нас сейчас тут происходит? Уже сегодня за нарушение численного состава Горняк был наказан. Сертаев на ваших экранах. Защитник команды Горняк. Ну что ж, еще один игрок команды Горняк едет на скамеечку штрафников. Ох, не совсем получается у Горняка сегодня поиграть в равных составах. 29 номер, Артем Буб. Ну вот, судьи сейчас о чем-то разговаривают. Напомню, главный судья Александр Агапов, 89 номер. Никита Мусканов, 24-й. Илья Лошаков, 90-й номер. Линейные судьи. Ну вот, хотелось бы разобраться. Не совсем поняли мы, что произошло. Ну, 68-й номер рядом с судьями находится. Никто иной, как Александр Лариков. Нарушение численного состава. Еще раз в этом матче нарушение численного состава. Большое желание у игроков команды Горняк выйти на лед. За счет этого есть небольшая недисциплинированность, которая приводит к тому, что Горняк снова будет играть в меньшинстве. Совсем нехороший такой фактор, компонент для игры. Удаляется сегодня, ну, достаточно много, если мы говорим о двух коллективах вместе. Вперед Малхасян. Малхасян с шайбой сейчас. Здорово, Малхасян. Хорош в меньшинстве. Не раз мы видели его активность. Ассистировал в заброшенной шайбе Малхасян. Удается вот прям в меньшинстве ему раскрыться. Это очень здорово. Атака в исполнении Максима Рихарда. Рихард также ассистент своей первой заброшенной шайбы уже в ворота Горняка. Остается сыграть чуть больше 7,5 минут, из которых еще минуту Горняк проведет в меньшинстве. Шайбы игроки команды Мунайши. Ждем атаку. Не совсем удачно распорядился шайбой Максим Рихард. Именно после его первичных действий шайба покинула зону команды Горняк. Снова вынужден Мунайши войти в зону. Снова приходится заниматься расстановкой. Назарчук. Передача. Гуринович. Гуринович по борту снова. Рихард. Гуринович. Рихард. Не справляется с шайбой игрок команды Горняк. Однако игрок команды Мунайши, извиняюсь, да. Однако Горняк летит вперед. Нужно вот сейчас ускориться. Как-то совсем абсолютно без скорости. Вперед едет Лопухов. Возможно, если бы было какое-то ускорение, получилось бы что-то внятное. 3 в 2. Атака 3 в 2. Спешит Крисен сейчас. Вот не надо бы этим ему заниматься. И шайбу не удержал Лев в зоне Мунайши. Возможно, стоило бы, конечно, сейчас передачу кому-либо из партнеров отдать. Потому как втроем были игроки Горняка в зоне Мунайши. Команды играют в равных составах. Любите хоккей или другие виды спорта? Тогда переходи на сайт главного спонсора трансляции компании 1xbet. Поддерживайте своих фаворитов вместе с нами.
Мунайши силами Гусейнова вперед прорывался. Остается шайба в зоне команды Горняк. Перехват от Ефимова. Ефимов. Перехват. Здорово владение. Хорошее владение клюшкой. Однако Артем Буб уже сейчас летит вперед. Вот много Артем проделывает сегодня работы. Много помогает партнерам. Абсолютно несложный бросок. Богдан Тагамбаев наносил по воротам Ильи Легая. Легай на месте. Смотрим еще раз за ситуацией. И Богдан Тагамбаев, и Илья Легай видели ситуацию с разных сторон. Однако все просматривалось. У Тагамбаева видны были ворота. А Легай, в свою очередь, видел момент броска. Тагамбаев снова на точке. Не точен. Лучше успешнее там был Малхасян. Вот по игре, если бы вот кого-либо можно было выделить из команды Горняк, ну вот, на мой взгляд, здесь два игрока. Это, конечно, Илья Легай, который сегодня в створе ворот спасал свою команду, казалось бы, из патовой ситуации. Однако его мастерство позволило ему справиться с натиском команды Мунайши. Пока, вот, если мы говорим о оставшихся 5 минутах до конца третьего периода. И все дело идет к тому, что, возможно, мы увидим овертайм. Если говорим об игроках, здорово сегодня действует у нас именинник. Вот явно Олег Малхасян выделяется сегодня. Очень-очень здорово. А если мы говорим о команде Мунайши, то однозначно здесь также голкипер Богдан Гиганов. Ну и у Мунайши тоже ряд игроков. Сегодня мы видим и Абенов, и Анцельм, Брагин, автор заброшенной шайбы. Конечно же, Гуринович, Назарчук, Рихард. Многие. Вот о них мы часто говорим. Их много, поэтому вот выделить кого-то одного пока не получается. Горняк. Вперед. Команда играет в полных составах сейчас. Не удается закрепиться в зоне Горняку. 2-1 сейчас выходит. Ой, хорош. В защите Сертаев. Браво. Ложится под шайбу. Нейтрализует очень опасный момент у ворот Ильи Легая. У ворот своей команды. Сертаев. Здорово. А момент был мое почтение. 2-1 выходили игроки команды Мунайши. Все могло бы закончиться прямо сейчас по такой игре. Одна заброшенная шайба на вес золота. Мимо ворот непонятно кому и непонятно зачем Мунайши распоряжается именно так шайбой. Однако снова в зону заходит у нас с вами Абенов. Сам теряет, сам выносит шайбу в свою зону. И уже Лариков начинает атаку своей команды. Напомню, в три звена играют оба коллектива. В защите пластается Макаров. Ему этот компонент удается. Артем Буб шайбу пропускает. На скорости там здорово действует Малхасян. Хорош, поборолся и ускорился. Атака. Легай. На месте Илья. Хорош. А здесь уже автор Константин Назарчук, у которого была возможность поразить ворота, которые защищает у нас с вами сегодня Илья Легай. Смотрим еще раз. Назарчук. Ищут счастье у ворот Ильи Легая игроки команды Мунайши. Стараются издалека проверить его на прочность. Тем самым ничего сложного для Ильи эти шайбы не несут. Атака. 2-2. 3-3 уже. Шайба в зоне Мунайши остается. Шайбой у нас там Семенов был. Шайбу потерял. Тагамбаев также в средней зоне от Мунайши не точен. Но в любом случае контроль шайбы сейчас переходит к Рихарду.
по борту забрасывает в зону команды Горняк. Рихард Лариков. Высокий прессинг. Назарчук ему в этом помогает, однако ничего из этого не получается. Входит в зону игрок команды Горняк. Стенников это был. Уже теперь с шайбой Лопухов. Лопухов. Невнятная передача. Не совсем удачно. И за 2 минуты 20 до завершения третьего периода, основного времени, пока Абенов самостоятельно решает всех обхитрить, всех обмануть. Илья Легай шайбу фиксирует. Остановка у нас игры. Видим, что-то высказывает своим партнерам Тимур Абенов. Видимо, хотел он с кем-то поделиться этой передачей. Но вот смотрите, только сейчас приехали его партнеры. И, наверное, именно по этому эпизоду тайм-аут у нас с вами. Вроде как, да, все верно, Горняк берет тайм-аут. Генеральный спонсор трансляции — компания 1xbet. Вообще для любителей статистики jasligasy.kz сайт, проходите. Здесь основные составы, взрослые команды, основные команды, и молодежка, и женские команды. Поэтому, если вы хотите посмотреть, проследить за статистикой своих любимых игроков, милости просим, здорово. А для тех, кто хочет не посмотреть, не прочитать, а послушать от нас, от комментаторов, пожалуйста, телеканал InSport, YouTube, проходим, подписываемся и следим, жмем на колокольчик, ждем уведомлений и уже далее следим за развитием событий вместе с нами, читаем ваши сообщения. Атака Горняка будет. Крицын шайбу не зафиксировал. Однако именно он там в высоком прессинге перехватывает шайбу сейчас. Никто иной, как Абенов. Снова Абенов. Ох, как с острого угла Легай на месте. Опасно было. Вздымает шайба вверх. О перекрытии она ударяется. Крицын на ваших экранах. Сертаев. Его партнер. Еще разок. Очень интересно. Крицын шайбу вверх. Ну, скажем так, вот неумышленный выброс шайбы сейчас судьи не фиксируют. Сертаев. 1,5 минуты остается до завершения третьего периода. Есть ощущение, что и основного времени. Крицын. Нужна передача. Крицын сам шайбой владеет. Никому ее не отдает. Не успевает Семенов за шайбой. Однако ой-ой-ой, какая ошибка Семенова сейчас. Мог Станислав зарешать эпизод, мог бросать по воротам. С эмоциями, с управлением не справился. Остается сыграть 1 минуту. Легай, здорово. Передача на Макарова. Макаров ищет адресата. Есть адресат. Стенников. Макаров снова шайбой завладел. 45 секунд. Клюшку Лопухов там, по-моему, теряет. Артем Буб. Врывается в зону Абенов. Но вот Абенов неудержим. Из раза в раз мы его фамилию его произносим. Причем он очень опасно играет, атакует. Рязанов. Дима по борту шайбу отправляет. 20 секунд остается в третьем периоде. Возможно, команды подсознательно уже готовы к овертайму. Еще и еще раз смотрим за развитием событий. Семенов. Не дайте Семенову что-либо придумать в этом эпизоде. Однако придумывает это Лопухов под финальную сирену третьего периода и всей игры в целом. Таким образом, по 1 баллу оба коллектива уже свою копилку запишут. Так или иначе, как бы ни завершился исход событий, мы с вами увидим
еще продолжение хоккея в исполнении этих команд. Подводя итог всей игры, основного времени, конечно же, игры, буду предельно краток. Горняк интересен, горняк острее, горняк жестче, горняк много удаляется. Если мы говорим о команде Унайши, была возможность у команды счет увеличить, однако из первого номера по началу первого периода Муйнайши все больше был ближе к тому, чтобы обороняться. Горняк инициативу перехватил и на протяжении всего матча эту инициативу не упускал, чему подтверждение является статистика после двух периодов. 21 бросок Горняк, 15 Муйнайши. 17 раз бросались под шайбу игроки Муйнайши, 6 игроки команды Горняк. Но все-таки говорит это о том, что Горняк все-таки атаковал интереснее. Видим заброшенную шайбу. Заброшенная шайба в исполнении Арсения Гуриновича. Константин Азарчук, Максим Рихард ему в этом ассистировали. Ну, а здесь уже опасный момент от команды Горняк. Артем Буб атаковал. Из-за ворот выкатился с острого угла. Смотрим еще раз. Еще раз была возможность у Малхасяна. Малхасян, который поучаствовал, ассистент заброшенной шайбы уже в составе команды Горняк. Хорошо, Богдан Гиганов в этой ситуации распорядился. Здесь Тагамбаев. Тагамбаев на передаче на пятак. Рихард там был близок к завершению. Таким образом, 5 на 5 формат мы сейчас наблюдаем, продолжаем смотреть повторы. А почему говорю 5 на 5? Да потому что второй период очень много удалений было у команды Горняк. Была даже ситуация, что Горняк играл троем, Муйнайши пятером. Реализовать большинство игроки команды Муйнайши сегодня не смогли. Однако в меньшинстве забрасывает Станислав Семенов, сравнивая счет команды Горняк. Артем Буб, смотрим еще раз, обокрал всех соперников. Здорово действует Горняк. Очень приличную сегодня игру демонстрируют подопечные Андрея Александровича Шевченко, команда Горняка. Здесь удаление уже Лариков. Нейтрализовал Горняк угрозу своих ворот. Здорово. Легай сегодня просто хорош. Рихард там был готов обменяться эмоциями с Рязановым. Рихард нападающий, Рязанов защитник у Горняка. Ну что ж, команды приглашаются на лед. Абенов, Абенов. Чаще всех, пожалуй, сегодня мы называли его фамилию. Тимур Абенов, один из очень активных игроков. Ну что ж, у нас с вами овертайм, 5 минут. Будем наслаждаться хоккеем в формате 3 на 3. Тренерский штаб и игроки команды Муйнайши, город Павлодар. Завтра также в час дня состоится ответный матч. Ответная игра между этими, еще одна игра между этими коллективами. Горняк шайбу выцарапывает. Малхасян. Ну вот, возможно, сейчас Олегу удача улыбнется. Была у него сегодня не единожды возможность забросить шайбу, однако удалось только быть ассистентом в первой заброшенной шайбе для своей команды. Но много опасных моментов в его исполнении мы сегодня видели. 3 на 3. Хороший формат. Очень много возможностей для игроков. Особенно для индивидуального мастерства. Семенов. 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 Нет, не решается на бросок. Ну вот что сейчас Семенов делает, просто непонятно абсолютно. Украл атаку своей команды. Невнятные действия в средней зоне. Нужно быть просто повнимательным Станиславу, потому что ну, формат-то уже совсем другой. И здесь заброшенная шайба будет крайней в этой игре. Ответственность должна в разы увеличиваться. Тем более, что понятно, одно очко уже заработали, но нужно бороться за остальные. Артем Буб. Артем Буб в зону врывается. По борту партнерам шайбу передает. Никого у синей линии команды Горняк нет. Никто ее не закрывает. Передача Артем Буб. Потерял Артем скорость. Нет смысла уже лететь вперед. Артем Буб теряет шайбу. Абенов в зону закатывает. Тоже не решается на атаку. Выжидает паузу. Едет на смену с шайбой Анцельм. Богдан
также ищет партнеров. Однако Крицын в высоком прессинге. Богдана там прессингует. Не без труда. Муныши начинает свою атаку. Назарчук! Уводит опасность от своих ворот Илья Легай. Обменялись острыми атаками оба коллектива. Играть остается 3 минуты. С шайбой Лопухов оставляет шайбу. Здесь уже Сертая. Если я правильно понимаю, очередная ошибка Горняка в защите. И мимо ворот. Вот еще один опасный момент в исполнении игроков команды Муныши. Муныши окопался в зоне Горняка сейчас. Продолжительное количество времени в зоне Горняка Муныши находится. Наброс на ворота. Однако хорошее подключение. Не справился там с управлением игрок команды Муныши. Не видим, к сожалению, кто это был. Заправленная форма и номер не виден. Горняк. Перехват. 25-й номер. Это Лопухов. Лопухов. Хороший перехват. Хорошая работа в зоне соперников. Лопухов самостоятельно. Один в один. Застревает шайба в ногах Ансельма. Он же начинает свою атаку. Передача Рихарду. Максим Рихард. Ой, как здорово здесь в защите отработали игроки команды Горняк. Вперед. Малхасян. Олег с шайбой. Передача. И атаковать сейчас нужно вот отсюда. Хорош. Великолепен Станислав Семенов. С передачи того же Малхасяна. Вот не удалось Олегу Малхасяну сегодня забросить. Однако его активные действия, его передача именно так и было. Семенов хорош. Капитулирует Богдан Гиганов и вся команда Муныши, город Павлодар. Сегодня удача и успех на стороне команды Горняк. Смотрите еще разочек за эту ситуацию. Вообще прекрасно видел момент броска Богдан Гиганов, однако справиться с этой шайбой не мог. Семенов на ваших экранах. Бодрость духа команды Горняк сегодня. Рудницкий хоккей сегодня сильнее хоккея из города Павлодар. Завтра также в 13:00 время Астаны состоится ответный матч между этими командами. Генеральный спонсор трансляции компании 1xbet. Смотри хоккей, болей за любимой командой вместе с главным спонсором спортивных эмоций. Мы с вами обязательно поучаствуем в обзоре этого матча. Ну а пока хочется пожелать удачи гостям. Команда Муныши, город Павлодар. Старались, стремились, были возможности. Однако Андрей Александрович Шевченко и компания сегодня будут пободрее и посильней. Не в обиду болельщикам команды Муныши. Вы все сами прекрасно видели. Подтверждением моих слов являются цифры. Цифры очень упрямая вещь, и статистика, собственно говоря, с ней не поспоришь. Завершается наша трансляция. Команда Горняк, игроки команды Горняк благодарят своих болельщиков, коих было немного сегодня, но все равно они есть. Многие смотрели трансляцию на телеканале «Инспорт», чего и вам советуем, желаем завтра. Мы с вами будем прощаться. ...26 сентября. Ледовый дворец спорта Горняк-Арена. 1xbet Жастар Хоккей Лига СЫ. Команда Горняк, город Рудный, на своем льду в первой домашнем матче принимает город Павлодар Муныши. И первая заброшенная шайба — это никто иной, как Арсений Гуринович. С передачей Константина Назарчука и Максима Рихарда забрасывает шайбу. Здорово разыграли игроки первого звена эту атаку, и не смог своей команде помочь голкипер Илья Легай. Горняк по первым минутам первого периода все больше присматривался, однако уже после пятой минуты первого периода Горняк включил вторую, потом и третью скорость. Опасный момент, смотрим в исполнении команды Горняк. Так вот, Горняк включает скорость, и очень много моментов у Горняка было на протяжении всего матча. Но пока мы с вами обозреваем то, что
Видим, в первом периоде Горняк удалялся всего единожды. Его соперники Мунайши вообще удалений не видели в статистике от своей команды. Таким образом, Горняк в первом периоде нагнетал ситуацию. Горняк боролся, Горняк старался. Хотя и выпады от команды Мунайши были также очень и очень опасными. Долгое время голкиперы своих команд спасали ситуации. Коих было очень и очень много. Илья Легай на ваших экранах. Голкипер команды Горняк. Именно он во многом оставлял сегодня свою команду в игре. Были моменты, когда казалось бы, ну что, шайбе уже деваться некуда. Однако Илья своим мастерством шайбу вылавливал, чем и давал возможность для своей команды быть и оставаться в игре. Очередное удаление. Горняк посыпался во втором периоде. Очень много удалений у команды Горняк было. Однако удаление, и в меньшинстве забрасывает шайбу Станислав Семенов с передачи Олега Михосяна. У Михосяна сегодня было день рождения. Так вот, Олег Михосян дважды сегодня поучаствовал в двух заброшенных шайбах от своей команды. Об этом чуть попозже. А это первая шайба в исполнении команды Горняк. Горняк сравнивает счет. Горняк на тот момент играл в меньшинстве. Была ситуация, когда Мунайши играл пятером против троих игроков команды Горняк. Ничего особо опасного из этого не получилось. А здесь вот тот момент, о котором я говорил, что Илья Легай буквально спасал свою команду. Шайба была на ленточке ворот. Но не случилось здесь опасный момент у седьмого номера Станислава Семенова. Многих можно выделить сегодня у команды Горняк. Это Крицын, Буб, Стенников, Малхасян, Лопухов, Рязанов, Легай, конечно же, в створе ворот. Если мы говорим о команде Мунайши, то здесь Анцельм, Брагин, Абенов, Гусейнов, Гуринович, Рихард, Тагамбаев, Назарчук, Ефимов также были очень и очень активными. Еще один опасный момент. Смотрим. Немного Мунайши не хватало. И во многом это заслуга, конечно же, Ильи Легая. Очень хороший, качественный матч Илья Легай проводит. Ну и чести ради скажем, что в целом команда Горняк неплохо оборонялась. Нарушение очередное у нас с вами было зафиксировано. Здесь был опасный момент. Имел возможность Лопухов забросить шайбу. Абенов, который сегодня наводил шороху. А здесь прекраснейший момент был у Максима Брагина. Раздосадованный был Брагин, потому что, ну вот, должен был он решать в этой ситуации. Здесь Абенов был готов подставить шайбу. Атака хорошая в исполнении Аслана Руслана от синей линии. Развитие событий. Снова Легай, снова Илья в деле. Раскручивают свою атаку уже здесь Гуринович. 2-1. Прекраснейшая возможность. Но Сиртаев, который бросился под шайбу, убил интригу для двоих атакующих игроков. Абенов снова на ваших экранах. Пожалуй, очень много эту фамилию мы сегодня называли. Довольно активный игрок Тимур Абенов сегодня нападающий. Нападающий второго звена. Очередная атака. И вот она, заброшенная шайба в исполнении команды Горняк. Никто иной, как Станислав Семенов. Семенов оформляет сегодня дубль. Забросил Семенов в меньшинстве. И его партнер Олег Михосян также поучаствовал в этой заброшенной шайбе. Раздосадован голкипер команды Мунайши Богдан Гиганов. Статистику давайте посмотрим с вами. Статистика сегодня говорит о том, что коллектив Андрея Александровича Шевченко сильнее, нежели коллектив Дмитрия Евгеньевича Митенкова. Однако завтра вторая ответная игра. И я уверен, что Дмитрий Евгеньевич подготовит много сюрпризов для своего визави по цеху. Но счет на табло сегодня уже не изменен. Сегодня рунинский хоккей сильнее павлодарского. До скорой встречи, дорогие друзья. С вами был Сергей Панов. До новых встреч. Любите хоккей, играйте в хоккей, болейте за свою любимую команду. Пока. Это Астана. Невероятный город. Динамичная игра. Это красивая столица. Это Кукушкин, Бублик, Корда. Это Вавренко, Лихечко, Чорич, Грикспур, Маннарино и Тим. Звезды тенниса в сердце Казахстана. Это борьба на Билайн-арене. Это Астана Оупен. Это теннис.
Винспорт представляет теннисный сезон 2023 года. Впервые турниры серии ATP 250 в прямом эфире только на телеканале Инспорт. Сильнейшие теннисисты мира в течение года будут бороться за престижнейшие титулы на легендарных турнирах ATP. Аделаида и Окленд, Мюнхен и Женева, Майорка и Истборн, Китсбюэль и Астана и многие-многие другие. 37 турниров ATP 250 в прямом эфире. Только на Инспорт. В городе Алматы 23 и 24 сентября на площади Абая состоится международный турнир по баскетболу 3x3 «Алматы Квест». 16 профессиональных команд сразятся за путевку на этап мирового тура «Чэнду Мастерс». Не упусти возможность посетить самое зрелищное спортивное мероприятие года –